На выставке представлены книги, журнальные публикации, рецензии, интервью, страницы биографии одаренного русского прозаика. Василий Аксенов – сын репрессированных родителей, магаданский школьник, ленинградский студент, американский профессор, гражданин мира, автор 23 романов. Здесь нашла себе место и книга замечательной мамы Василия Аксенова «Евгений Гинзбург. Крутой маршрут», в которой прослеживается судьба писателя, начиная с младенчества. Еще одним интересным изданием обладает наша библиотека. Это книга «Аксенов». Написана она в форме диалога между Александром Кабаковым и Евгением Поповым. Неизвестные истории и редкие документы опровергают устоявшиеся стереотипы о творчестве писателя. Стремительно ворвавшись в литературу, он поразил современников своими рассказами, повестями и сценариями, мироощущением молодого человека, пришедшего в жизнь во время стихийной оттепели. Выставка состоит из 4 разделов: ранние годы, в эмиграции, после 1991 года, шестидесятники. В каждом из них представлены книги Аксенова, снискавшие автору читательский успех, а также друзей-соратников, чье творчество вспыхнуло в 60-е годы прошлого века. Сотрудники читального зала Центральной библиотеки приглашают на выставку всех желающих, которая будет работать до конца августа.